В Ленске по программе переселения новые квартиры получили более 400 семей. О том, как в городе идет работа по переселению, расскажут наши корреспонденты. За 4 года действия программы построено 12 домов, 405 квартир. Сегодня в стадии строительства находится еще 6 домов, в которые должны переселить 660 человек. Первый этап программы должен закончиться 1 сентября. Но, к сожалению, 3 из 6 многоквартирных домов в срок сданы не будут. Есть сложности, проблемы. Некоторые подрядчики не успевают к указанному сроку. Но, по крайней мере, мы принимаем все меры. В многоквартирном доме по улице Рабочая и Чапаева подрядчиками была увеличена этажность домов. Необходимые документы предоставлены не были. А при строительстве дома на теплом стане подрядчиком был выбран некачественный бетон, что привело к неустойчивости здания. Сегодня все усилия подрядчиков направлены на устранение недоделок. Если к сентябрю все-таки не удастся это все, но мы уже реально видим, что это не удастся сделать, то до конца года все-таки мы ее должны завершить. Первый этап программы будет закончен к концу этого года. С начала 2018 года начнется второй этап программы, куда планируется включить 127 домов. Это практически весь аварийный жилищный фонд города Ленска. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК СХ, Ленск.